мужики, с тем это уже... Ты тоже начну. Все ты сама? Конечно. Ничего себе. Тоже не малю, капельку я какап. Ну, mm-hmm. Воно робить такі розводи. Це треба бачити. За отпуск заскучала я за своими полноразмерными помадками. И сегодня я иду с помадкой от Rimmel в номере 640 Coral Chic. Шикарное качество, девочки, помад. Просто зашибись. А у нас такая сильная влажность, девочки, что практически с такими мокрыми волосами, как я пошла спать, с такими же я и встала. Ужасно душно, ужасно жарко, ужасная высокая влажность. Последний раз иду с помадкой от Avon Breathless Nude. Все, девочки, закончила до самого конца. Даже вот у меня тут, видите, вылезла немножко, стерла буквы. Закончила с помадкой. Идем мы, девочки, на море. У нас жара страшнейшая, влажность вообще 85%. Все просто, как вы видите, безостановочно. Поэтому решили пойти сегодня на море вечером, скупнуться и немножко, хоть немножко охладиться. Идем на море с помадкой от Golden Rose, мат в номере 26. Кстати говоря, хотя она и матовая, но наносится кремово и губы совершенно не сушат. Очень люблю эту помадку. Знакомьтесь, осень, сентябрь месяц. Мы идем на море, потому что в парк невозможно выйти. Влажность плюс 82. Температура 32, красный флаг, значит, что так, средненькая, не штиль, не шторм, как говорится. У нас здесь столько народу на пляж отдыхает, и я уверена, что, как говорится, те, кто остался. А мы только сейчас идем к вечеру, обычно никого не бываем, потому что очень-очень жарко, и надо мазаться кремом от загара, а сейчас мы не мажемся, мы просто идем. Уже так, и, соответственно, чуть-чуть, получается, загораем, но не сгораем. У нас страшнейшая влажность. Просто я даже не могу вам передать, насколько сейчас жарко в 6 утра. Но, тем не менее, идем на работу с помадкой от Bobbi Brown в номере 1 Babe. Очень красивая, нежная, приятная помадка. С миниатюркой MAC. В названии Twig. Это у нас сатиновая линейка. Идем на работу. Девочки, что-то это, как говорится, период масок. Все никак не закончится. Вот подумываю, может быть, нам переключиться с помад на какой-то другой косметический продукт. Что вы мне скажете? Доброе утро с помадкой от Estee Lauder. В названии Envy. 130 с линейки Pure Color. Девочки, вы знаете, если бы мне сказали, вот все помады там пропали, да, что бы ты хотела, или, например, можно оставить только одной фирмы, но я, скорее всего, бы оставила вот эти вот помадки от Estee Lauder. Вот именно вот с этой линейки. Они просто шикарные. Выжили первых два рабочих дня, поэтому иду с помадкой от Catrice. Название Призма Хром
0,80. И вообще очень красивая такая праздничная помада. Ее можно, кстати говоря, сделать и более светло, знаете, такими похлопающими движениями. Но я люблю вот так вот поярче. Жалко, 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 что надо носить еще маски. Девочки, чтобы вы поняли, насколько нежная эта помада. Посмотрите, я ей накрасилась один раз. Посмотрите, что с ней произошло. Вид у нее не эстетический, но цвет у нее очень красивый, очень нежный, очень кремовая такая. И вот ее номер. Заказывала на сайте iHerb. Вот это я и тестирую мою новую помадку от Wet n Wild. Название Closes Off. Девочки, для тех, кто хочет номер ее. Сегодня пробую новый формат для тех, кому надоели помады. Сегодня с тенюшками от Фарес в номере 16. А также у меня здесь, девочки, есть белая тенюшка от GD. Выковырила я как-то ее с такой большой красной палетки, кто помнит. И теперь она у меня живет здесь. Вот такая вот тут уже ямочка. И, кстати говоря, она также участвует в проекте за 2020. Но, в принципе, я не пытаюсь ее добить. Я просто пользуюсь ей тогда, когда мне нужно что-то осветлить, что-то там сделать блестинку. Я все время, как говорится, обращаюсь, если к белой, вот такой жемчужной тенюшке, только к ней. Утром я была с помадой карандаш от Essence. Ну, а сейчас, девочки, у меня помада Самовар. Помадка, по-моему, от Oriflame вместе с помадкой от Beauty Care. Очень люблю этот цвет, который у меня получился, но хочу все-таки его до конца года добить, чтобы он так не испортился. В следующий раз я хочу попробовать заливать это в помадке, а не в баночке. Сегодня я со своей палеткой-добивашкой от фирмы Jade. Девочки, никак не могу переселить ее в новую красивую палеточку. А также вот с самого права вы видите светлый цвет, который я использую из палетки от Essence Magical Garden. С помадкой от Art Deco в номере 110 в названии Coral Reef. Девочки, я не знаю почему, но у меня название почему-то есть только на коробочке. На самой помаде у меня только название фирмы, а названия цвета нет. А утром я была с помадкой от Tendée.